Здорово, чувачки, с вами дядя Лёша, и сегодня мы продолжим играть в игру под названием YouTubers Live. Сегодня мы станем, точно станем самыми популярными ютуберами в мире. Пока что у нас 2661 подписчик, и мы хотим кушать. Короче, вот эту вот лигу, играть будем геймплей. Окей, давайте учтем все ошибки прошлого видео и на этот раз будем следовать новым трендам, не будем следовать за старыми. И как мы все прекрасно знаем, новый тренд это покемон! Покемон Го! Интересно, а кого-нибудь смутит, что на самом деле мы не в покемонов играем нифига? Ой, все, хватит звуки всякие издавать, ты отвратительный какой-то человек, иди поешь. Иди вон в холодильник, иди ешь его. Ешь холодильник. Мать! Мать, твой сын совсем отупел, он не умеет открывать холодильник, помоги мне. Короче, я пришел к выводу, что наша мама, наша так называемая мама, это, короче, киборг. Потому что другого объяснения я не могу найти. Ее действием она ходит, она не ест, она не спит, она ничего не делает, кроме того, как протирает эти сраные полки. Экзамен? Стой, какой экзамен? Нет! Нет! Да почему все такие своевольные стали? То ему экзамен, то ему поесть, то ему... Оценки за финальный... С минусом? А, Б, С... 3 с минусом? Это называется провалил? Это лучший результат в моей жизни. Так, что у нас здесь есть? У меня денег нихера нету, да? Окей, тогда давайте... А что это? Ты зашла опять ко мне? Да... В смысле? Монитор положи! Монитор! Ты чё? Она... Вы не подготовились как следует, так что не можете использовать компьютер в течение 2 дней. Нам очень жаль, мне больше сосредоточиться на учебе. Какого? Сну... Чё происходит? Опять... Она его... А? Привет, Snoop Dogg, я хочу пригласить тебя в кино сегодня. Я не хочу завышать твои ожидания, но я слышал, что это отличная картина. Ты за? Опа, нас уже девки в кино приглашают. Вот что делает популярность с нами, а? Ну, давай сходим в кино. Сейчас я припоминаю, когда я вошел в мою новую комнату, то захотел все изменить. Че? Этим вообще не я должен заниматься. Это мамка так-то должна мне тут квартиру обустраивать. Я еще несовершеннолетний и все такое. Гелевый светильник. Давайте купим гелевый светильник. И еще купим. И ничего больше не купим, потому что у меня денег нихера нету. Все. Купить. Отлично. Все, мы потратили деньги. Да что ты опять-то на меня орешь? Хватит орать меня! Дайте мне просто делать летсплей! Все, иди на мероприятие. Мамка, срать я хотел на твою школу. Я вот при тебе прям ушел в кино посреди ночи. Понятно, да? Я подросток, я что хочу, то и делаю. Это что, кино такое? Ну ни хрена себе. Дерек, посмотреть профиль. Что это такое? А, то есть мы можем, короче, узнавать... Кто так... Почему в этой игре все так тупо смеются? Заткнись нахуй! Спасибо. То есть мы можем, короче, в этой игре рассматривать их профили, да, и находить из них ютуберов. У нас, короче, чутье профессиональное на ютуберов. Но я это знаю, у меня точно такое же. То есть я по нюху могу определить, человек ютубер или нет, потому что сам занимаюсь ютубом. Сейчас мы, короче, найдем здесь какого-нибудь ютубера. Как у него подписчиков-то спиздим из кармана. И все, и будем жить припеваючи, только почему-то здесь нету вообще ютуберов никаких. Мне кажется, или для этой игры нанимали, вот записывали самый отвратный смех, который только могли найти, блядь. Вот этому пареньку, короче, ему явно здесь не весело. Он явно чувствует себя одиноко. Давайте, что ли, развеселим его. Эрик, ну чё ты? Судя по всему, меня с кино, короче, обманули, да? Фильмов здесь никаких не будет, да? Или будут? Где фильмы-то, женщина? Алло, Фернандо, войти в холл. Тут немного людей, где сядем, Snoop Dogg? Давай сядем, короче, на задние места. Места для парочек. Так, и... А мне долго тут сидеть еще? Повторяю, не могу сидеть.
Я должен здесь просидеть, типа, полноразмерный фильм? Вы что, серьезно? Все, хорош. Смотрели и все, хватит. Алло. Так, мамка, на этот раз ты меня не остановишь. Нам надо делать видосы. Нам надо делать крутые, крутющие видосы. Что-то какие-то видосы-то тухлые получаются. Я тут вообще-то не в реальную жизнь хотел играть. Я хотел, чтобы у меня были крутые видосы. 4 дизлайка! Ха-х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 а. Если это ютубер, то я Бэтмен. Ужасный монтаж. Кто бы не сделал это видео, он думает, что он ютубер. Ха-ха-ха. Дурачит. Ты не можешь заняться чем-то другим? Еще одно видео по геймплей. Да ты в тупике! Блин, надо что-то менять, а то у меня канал загнивает. Почему людям так стали не нравиться мои видосы? У меня даже денег на игры-то другие нету. Давайте тогда работать. Привет, я ваш отец. Упс, извините, не тот номер. Я вижу, у вас тут полно вещей. Не могли бы вы мне дать гелевый светильник, чтобы я мог отдать его своему настоящему сыну? Чё, блядь? Чё? То есть мне просто написал рандомный мужик и говорит мне, отдавай свой светильник, я хочу подарить его своему сыну. Во-первых, ты хуёвый отец, во-вторых, какого хуя я тебе его не должен отдавать? Меня трясёт нахер от злости, чё это за бред? Нет! Не беспокойтесь, он всё равно бы выкинул гелевый светильник. Приветствую, дружок. Мать моя женщина, что за херня в этой игре происходит? Вы не пошли со мной на съезд. Впрочем, я хотел спросить вас, может, вы станете моим соседом? В этой квартире есть большая комната. Это же та зеленоволосая баба! Она хочет заманить меня. Слишком много дерьма в этой игре происходит, но... Вам нужно заплатить на 2 месяца вперед, чтобы заехать в квартиру. Это стоит $160. Когда они у вас будут, мы заселимся туда. Ладно, тогда давайте, короче, зарабатывать бабосы. Будем делать видосы. Потом съедем на другую квартиру. А там, короче, устроим гарем и будем тратить... А там, короче, стримы будем проводить и зарабатывать на донатах. Во! Классный план. Чтобы снова набрать лояльность аудитории, надо пробить их на жалость. Скажем, что мой сын... Нет, у меня нету сына. Что моя мать больна. Что у нее Альцгеймер, поэтому она забывает, что помыла другие полки, и поэтому она постоянно их протирает. Точно! У моей мамы Альцгеймер, не судите строго. Так, отлично. Отлично, новое видео в производстве. Вроде как более-менее получилось. Во, новые уровни пошли. Во, пошло дело. Мам, я случайно, я не хотел... Я же говорил, что людям понравится! Я ожидал твое первое видео по Хал ПК. Я люблю смотреть геймплей, очень интересно. Ха-ха-ха, если это ютубер, то я Бэтмен. Ужасный. Пошла ты, Жакале! Если бы здесь можно было забанить тебя на моем канале, я бы так и сделал. Не то чтобы я делаю так на своем настоящем канале. Я уже чувствую. Эти подписчики, эти просмотры. Так, ты, я смотрю, устал, да? Это значит, что пора еще поработать. Нет, сон для слабаков. Сон для слабаков, иди еще поработай. Поработать. Давай не ленись, надо поработать еще. Похоже, пришло время обзавестись собственной квартирой. Я могу посмотреть апартаменты, которые нашел мой друг Кикнику. Поесть 2-0. Цели. Открой холодильник, съешь бутерброд. Вот так цели у человека в жизни, а? Mm-hmm. Божечки, у меня всего 2 бутера. Без паники, я могу купить больше еды, кликая по холодильнику. Еду что, покупать надо? А я думал, она спавнится вот так вот, сама по себе. Короче,
Так, накупим на все деньги бутеров и хот-догов. Это опять та баба, которая хочет пригласить меня в кино. Окей, 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 я понял. Ну ничего, ничего, вот сейчас сразу, короче, с лысиком этим познакомим. Братишка! Я с тобой сейчас как зазнакомлюсь. Типа так непринужденно надо с ним общаться. Типа не потому, что я с ним общаюсь из-за того, что у него канал крутой. Теперь мы можем называть друг друга знакомыми. Может быть, пересечемся как-нибудь. Пау! Пау! Саксесс! Да, он захочет меня заснять в своем видосике, и мы станем популярными. Нахер дружбу! Будем использовать своих друзей! Да! Ох, вот по этой розовой бороде я могу точно сказать, что он очень популярный ютубер. Окей, может он просто имбецил. О, меня тоже зафоткайте. Алло, я тоже популярный вообще-то. Алло, я тоже популярный, меня тоже пофоткайте. Я вот он. Вручить подарок? Кому вручить? Я что-то кому-то мог вручить. А, вручить подарок? А чё я ей вручил? Откуда у меня цветы? Я чё, всегда с собой в кармане носил цветы? Все это время? Флиртовать? Может, вы отойдете? Я тут типа. Я тут с бабой флиртую, алло. То есть, грубо говоря, я сейчас свою подписчицу склоняю к тому, чтобы она со мной потрахалась, да? Не, это лучший симулятор ютубера в мире. Просто браво! Браво! Вот как должен разговаривать настоящий мужчина. Слушай, окей, народ, довольно многое произошло за этот эпизод. Мы познакомились с довольно популярными ютуберами. Мы пытаемся завести себе бабу. Мы переехали на новую квартиру. Слушайте, прям у нас новая жизнь, считай, началась. Так что на этом мы, пожалуй, закончим. И если хотите следующую часть, то не забудьте поставить этому видео лайк. А если вам нравятся все мои остальные видео, то, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, чтобы у меня было больше подписчиков. Также не забывайте чекать все остальные ссылки, которые будут в описании. Там и инстаграмчик, там твичик мой, группу ВКонтактике. На них тоже все подписывайтесь, если хотите, конечно же. Что ж, ну а на этом все. С вами был дядя Лёша. Спасибо вам за просмотр и увидимся в следующем видео. До новых встреч!